президента Дмитрий Песков. По его словам, повестка максимально обширная. Главное – это двусторонние отношения России и США, а также горячие точки. То есть ситуация на Украине, в первую очередь, конфликт в Сирии и иранская ядерная программа. А вот тему санкций российская сторона затрагивать не намерена. На встрече будет присутствовать и министр иностранных дел Сергей Лавров. До этого он проведет с Киевом обстоятельные переговоры. В Кремле, заявил Песков, решение госсекретаря США провести переговоры с Лавровым оценивают позитивно. Цитата. Президент говорил, что Россия никогда не была инициатором подмораживания отношений, и, собственно, мы всегда открыты к проявлению политической воли на более широкий диалог. В свою очередь, официальный представитель Госдепа Мари Харф заметила, что встреча на российской территории может означать стремление к нормализации российско-американских отношений. Добавлю, что в Россию Джон Керри приезжает за последние 2 года впервые. Президент Украины...